Знаешь, мы обычно... Только разошлась. Обычно, да, у нас три вопроса задаются, но поскольку вы уже успели ответить на много вопросов, интересно. Уже так давно даю интервью, да, что я знаю все вопросы, да, наизусть. Я задавал какие-нибудь из тех, которые задают обычно. Нет, вы знаете, да, у вас есть какие-то вопросы, которые я там уже слышала, но мне очень нравится ваша подача это и правильно. Схема вашего это интервью. Это даже в какой-то момент отключаешься от ощущения, что ты, есть и камеры, это, вот это вообще совершенно а просто как будто я в гости к вам. Значит, смотрите, Наталья, какая это игра? Здесь карточки четырех цветов. Это четыре группы вопросов. Вопрос на подумать, откровенный вопрос, неудобный и вопрос свободный. Свободный — это значит от меня. Здесь фишечки. Четырех цветов. Вы фишечку какого цвета вытянете, выберите карточку. Такой будет вопрос. Да, зачитайте его. Можете не отвечать. Ну, здрасте. Да, чуть-чуть. Нет, ну, а вдруг какой? Смотри. Вдруг красный вопрос. А красный — это что, личный? Ну, они откровенные. Ну, вот, видите. Я, кстати, чтобы вы понимали, что подставы нет, я продемонстрирую, что, видите. Все не красные. Да, да. Фишки. Так что выбирайте любую красную. Красную? Да. Ну, конечно, раз вы вытащили красную. Ну, пусть будет вот это. Так, зачитывайте. Блин. Откровенный вопрос. Вам иногда кажется, что ваш партнер крайне скучный человек? Вообще никогда не кажется. Потому что мой партнер – это такая динамо-машина. Он и нефтью занимается, и концертным залом занимается. Сейчас практически заканчивает 3D полный метр мультфильм такого мирового проката, работает с актерами, при всем при этом еще ездит в офис. Это очень интересный и многогранный человек. И мне кажется, что вот сложно, чтобы он меня наскучил. А почему же «блин» вырвалось, когда вы увидели вопрос? К чему же «блин» ты относился? Блин. Ну, блин, потому что вопрос про мужа. Сразу, партнеры, понимаете? Вы партнеры, мне только говорили, вы мне все про мужа да про мужа. А почему партнер не обязательно? Ваш Фадеев тоже партнер. Здесь ведь каждый понимает партнера по-своему. Да? Я партнера сразу. Хорошо, что скучный. И дальше я думаю, что будет после слова «скучный»? Человек. Человек, да. Нет у меня скучных человек партнеров. Человек выбрал глюкозу и не ошибся, я считаю. И теперь ему все время весело. Да, конечно. Это выбор постулировал. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».